Ребят, смотрите, здесь есть, в общем, такое небольшое озеро, да? Я думаю, это рукотворные плотины. Ну, вряд ли это бобры построили, вот эти вот шняги. И смотрите, тут дальше прорыт ров. Видимо, кто-то хотел, чтобы вода переливалась в ту сторону, вот в этот овраг. И вообще тут везде палок понатыкано. Я думаю, тут явно кто-то что-то хотел построить. Но, видимо, не успели. Вообще, очень интересное место. Красивое. Ну все, спустя очень-очень-очень много времени и плутаний по полям, мы доехали до озера, и сейчас будем тестировать новую лодку. Вот, мы еще ни разу на ней не плавали, так что посмотрим, протестируем, думаю, будет круто. Все, мы доехали на другой берег, стоим на пристани. Здесь уже все собрались. Да, Фрай остался на том берегу. Испытания прошли успешно, можно ехать домой.